вас вітати, дорогі друзі. Да. Завершує наш ігровий день на першому турі футбольного зимового кубку «Еластика». Дуже цікавий матч між командами «Логріс» і «Тото». Да. И что самое смешное, ну я это ребятам говорил, капитанам, но повторюсь, у нас играет сейчас два наших маленьких спонсора на сайте, собственно, и две юридические фирмы. И не специально я их ставил, на самом деле, когда я их ставил друг с другом, я даже вообще не задумывался, что это юридические фирмы и так далее, и так далее. Но здесь как бы принципиальный матч набирает, я бы так сказал бы, наверное, интерес за счет этого и дополнительных зрителей. Конкретно не только, которые будут встречаться с этой командой в следующем туре, а и вообще. Тоттенхэм, для тех, кто не знает, команда «Триумф», которая доукомплектовалась с тем «Триумфом», который первый раз приходил к нам на турнир. Ну а «Логрис» – это команда, которая набирает, наверное, обороты все-таки. Как ты думаешь, Костя? Ну, я думаю, что они все еще шукают свою игру справжнюю и намагаются найти свой стиль. Якісь фірмами певні. Ну, во всякому випадку, на попередньому турнірі ми бачили саме це. Да, ну, і під кінець, якби получше все-таки пішло. Набагато, набагато краще, ніж стартували. Це однозначно. Постріл, але там нікого зі своїх немає. Тому м'яч дістається Тотом. Но на самом деле, вот сегодня, вот это же последний матч, как мы говорили, и мы можем сделать какие-то выводы, что команды, которые играли на искусственном поле, они показывали один результат, и многие из этих команд стали показывать совершенно другой на паркете. Ченко. Посмотрим, кто из, можно сказать, этих двух сможет переломать ход игры, как будет смотреться «Триумф» со своими контратаками, мгновенными, да, взрывами, комфортно ли им будет это делать. Важно отметить то, что, конечно, вернулся к Тотому обратно скрипник Максим. Будем сподеваться, что это позитивно. Вы на их не будете. Да, ну, нравился он нам. Хорошее у него введение мяча. К сожалению, как стало известно, Зарема Максим с нами уже не будет играть. Мы пожелаем ему удачи. Парень пошел в профессиональный футбол, что не может не радовать. Ну и, конечно же, пусть и там станет лучшим бомбардиром. А для нас это лишь только приятно. Это, я думаю, большая потеря для Тотума. Ну, а «Логрис», конечно, постарается воспользоваться этим моментом. Ну и вообще им нужна победа. Я думаю, 100%. Скрипник. Это вперед. Ну, такой хороший удар по силе, я бы сказал. Петровский достаточно неузнаваем, я бы сказал, в этой форме. Непривычно его видеть в таких цветах. Новая форма, напомним мы. Только лишь капитанская повязка дает. Да я смогу впизнать его, да. Хотел сказать. Да, именно так. Ткаченко Михаил пока что еще не вступал полноценно в игру, как мы видим. Но я думаю, скоро это произойдет. Знаем мы, что он двужильный, много бегает. Вот хороший момент сейчас можно сделать. Открывался, если я не ошибаюсь, Романчук. А, нет, прошу прощения, Дьяченко Александр. Пробивает Артур, точнее Сологуб. Артем, да. Бо Артур виконує роль голкіпера в нашому сьогоднішньому матчі. Да, да, да. А я вот так небдительно посмотрел. Ворохов. Едва не пробросил между ног. Ткаченко Михаилу не удалось ему это сделать. Блоковано. Пробирается понемногу. Еще удар.
Какое ведь ускорение сделал хорошее, набрал обороты. Один из игроков Тотума. Ну и сразу же тут и ответ от Лугриса. Тиченко назад, перепасовується. Ключевых, вот достаточно оставил заднюю зону Ткаченко. Не без проблем. Удар, знову пострілив. І це гол у нас. Забиває у нас. Чисто номер. Кравчук, Артем. Пополнение, можно сказать. Команде, как я понимаю, забил он этот гол на 4,5 минуте. Если быть точным. Кардуали только что вошел в игру и уже сразу загрузили его пару передач. Пришел цей навіс. І зараз вже розміняє Нанченко атаку. Кардуалі ищет снова, как всегда, свойственно себе для себя манере. Он любит издали пробивать. Хороший удар у него. Но пространство старается не давать. Тотум. Как грамотно ворот прибрал. А дальше уже его ждали, да. И Михаил там ждал. Пожидал и не дал пройти. Немного грубовато отталкивал, как по мне. Кравчук Артем. Зацепился там Певень Дмитрий, смог выбрать мяч. Фол в цій зустрічі. Ну і поки що нічия. 1-0, верніше. Прошу прощення, 1-0, так. Да, я... Вже 12-й матч. Трохи. Трохи нам вже важко. Так, да, ми просимо прощення. Ну, на самом-то деле... Почему-то у меня в голове было ощущение, что 1-1, а не 0-1. И не 0-0. То есть, возможно, незадолго или скоро забьют еще один мяч одна команда, ну и сравняет счет. А возможно, удастся забить и тем, кто уже забивал. Ткаченко. Забирає мета. Зганяє. Передача це не проходить. Ну і салагу Артем, як я розумію, одел. Или это не Артем, но, по-моему, одел кофту, потому что достаточно прохладно. Пытается как-то увеличить темпе команда Лугрис, понимая, что нужно прибавлять. Пока комментаторы тут расслабились, как говорится, посидели с диаспорой, как говорил один комментатор. Соответственно, не удается им атаковать так, как хотели бы они того. И живых, Павел. Пока что я бы отметил то, что не так комфортно ему индивидуально играть на паркете, как на искусственном поле. Может быть, недостаток практики или недостаток тренировок все-таки сказывается.
Скрипник Максим отыграл обратно. Петровский, скрипник. Удар. Буфона. Вже третій фол, хоча зіграли не так. Вже й багато, навіть половину. Тайм ще не зіграно. Продолжает перепасовываться. Петровский отдает передачу левее Нуцу. Снова Петровский. Какой-то треугольник неплохой разыграли. Понимание есть хорошее. Продолжают перепасовываться на свои половины. Грис. Чувак. Дьяков каким-то чудом удается ему сблокировать этот удар. Сивых Павел не получил мяч, который хотел. Петровский сбрасывает Нуцу. Удар. Значит, выше вари. Не то, что хотел, я думаю. Левая нога все-таки. Яков. Далеко, но удар. Какой удар получается? Все ж таки выстрел. Что-то можно выстрелиться. Удар только как будто поднабрал форму на воротах. Хотя я знаю, что отпуск был, собственно, отдыхал и не до этого было. Но ответственно относится к этой игре. Принципиально. Дешевый Павел, по-моему, немного травмировался. Небольшое повреждение получил ноги, но и приходится делать вынужденную замену. Выходит Сологуб Артем. Вот так, назад. Горохов разбирается, бьет. Кутовый. Да, искал. Кидаты. Счастье, как говорится, пробил и аут уже разыгрывает. Ну, как ты думаешь, Костя, чего не хватает сейчас Лугрису для того, чтобы сравнять счет? Я не знаю, наверное. Ой, вот чего не хватало. Везиння, мабуть, не вистачало. 20 секунд. Так. Артем, Сологуб забивает, вовремя подставил ногу. Тут как тут, когда надо. Ткаченко Михаил с мячом. Немножко накаляется. Атмосфера понимает. Удар. Обе команды. Что будет равная, наверное, игра все-таки. И... Яковали. Александр отдавал назад передачи. Пытались они как-то вытянуть на себя игроков Тотума, но чуть едва не закончилось это обрезкой. Горохов, развернется ли? Нет, решает через назад сыграть. Должен зачепиться за мяч. И разгонял атаку. Чувак, иначе. Снова торчу в мяче. Годы. Горохов. Хорошее, креативное. Пропускание мяча. Артур снова вступает в игру. Сологуб. Приходится поработать на воротах по-серьезному. Ой,
присел, ожидая удар, что все-таки пойдет. Видел где-то полет мяча, но благодаря тому, что ногу подставили вовремя партнеры по команде, мяч не долетает до адресата и угловым заканчивается. Кутовый для Логрис. Да, мяч попал у нас в бермудский трикутник або черную дыру. Да, тяжело оттуда достается мяч, не выкатывается никогда, когда туда улетает. И, конечно, есть свои проблемы. Романчук, не до адресата, и вот обрезка. Бывает мяч. Курсова губ. Вар. Совсем точно. Скользил красиво по паркету, прострельную сделал, но никого не было, чтобы замкнуть. Ворохов на кардуале. Удар, еще варит. Зарядил гармошный, но недовольный. Недовольный, потому что высоко читается, ожидал, мне кажется, голкипер этот удар, просматривался этот удар. Кардуали пытался прорваться, Ткаченко Михаил не дает, разыгрывает, и вот опаснейший момент. 2-0, Гриша 2-1, я перепрошу. Забил у нас Ананченко. Ивен. На 16-й минуте. Вывел свою команду вперед снова. Ну, я думаю, не последний гол это точно. Не про этот тайм, а в этом матче. У команды Тотум. И кажется мне, что и Логрис отметится, может успеть в первом тайме. Такой футбол достаточно, я бы сказал, наверное, обрывистый. Горохов ввел мяч. Кардуали. Можно левее на Романчука, но Романчук подсказывает, был сыграй правее, а вот Кардуали решает навесить в сторону ворот, посчитав, что это более продуктивно. Но, как мы видим, нет. Романчук. Вже туди добігти Романчуку було б важко. Тайм-аут. Бере Тотум. Понимает, наверное, что нужно первый тайм закрыть именно с таким счетом, какой сейчас есть на табло. 2-1. Пополам 3-0. Накопилось, конечно. И Тотума фолов, но их не так много, чтобы бояться того же шестого, я думаю, не успеет нафалить так. И сейчас, собственно, согласовывают, как доиграть. Ну, а Логрису не хватает сегодня полноценного голкипера. Все еще не нашла команда себе того вратаря, для того, ну, с которым, все-таки, как говорится, за спиной будет не страшно. Ищет, все еще в поиске. Маешь на возьму. Прикрытие будут надеянные тылы. Ну да. Ну, все-таки голкипер всегда за спиной, по факту. Ну, кроме таких голкиперов, которые любят и в поле побегать. Таких мы тоже знаем. Ну и все равно и они могут обеспечивать какую-то безопасность и надежность. Все-таки, как ни крути, в футзале очень важен голкипер, даже без паса назад, который нельзя делать. Напоминаем об этом. Ну и пока что в битве юридических фирм и наших небольших спонсоров побеждает Тотум. Спарян Бугувая, Фемьяч.
цей м'яч, але Горохов зупинив цей прохід. Горохов. Можно левее сыграть. Артем. Сологуб. Снова Горохов. Проверка кишевых. Так и делает. Кученко. Знову Горохов. Мячем. Три поля. Що все-таки перед. І можна бити. Ай-яй-яй-яй-яй. А дуже близько був кишевих від того, щоб вразити ворота суперника. Ну таке впечатлення, що не знайшов він свою ще ігру. Іменно на цьому паркеті. Непривично йому. О. І інтересно. Горохов все ж таки зміг. А поспешил ли, как ты думаешь, в этой ситуации? Или стоило все-таки ждать партнера? Вот, к примеру, там дешевых Павел подбегал. Как думаешь? Я думаю, что, мабуть, варто было бы скористатися цією нагодою. В первом тайме остается немного. И у нас неправильный ввод мяча. Далеко вперед. Спаріан зміг Кащенко зачепитися, там цей м'яч розвертається. Зовсім вийшло. І ось свисток про кінець першого тайму. Рахунок 2-1 на користоту.